Дорога как после метеоритного дождя в прошлом. Пересечение панфиловцев и 50 лет СССР еще в начале мая было в топе на карте убитых дорог Барнаула. Сегодня на улице уложены новые 1400 тонн асфальтобетона в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». На ремонт было потрачено более 8 миллионов рублей. Мы один из 37 субъектов, поэтому наш федеральный ныне реализуемый проект, то есть мы, по сути, счастливчики, не все там. Если в прошлом году мы выполнили по этому проекту 33 дороги, привели в соответствие и потратили почти 865 миллионов, то в этом году более масштабный уже объем. У нас уже 44 дороги и более миллиарда рублей денег. Подрядная организация приступила к работам 23 апреля. Дорожники говорят, что могли бы сдать работу и раньше, если бы не капризная весна. Контроль, конечно, был ежедневный. Весь процесс ремонта мы наблюдали. За контролем качества будут следить специалисты «Алтайавтодора» и Комитет по дорожному хозяйству Барнаула. Всех интересует гарантия на сделанную работу. Гарантия, как обычно, 5 лет. Я очень рада, потому что вот здесь вот офис находится. У нас часто приходилось ездить, дорога была ужасная. Сейчас все отлично, я очень рада. Сегодня по проекту «Безопасные и качественные дороги» ведутся работы на улицах Антона Петрова, Новосибирска и Попова. Планируется, что новое дорожное полотно появится как на крупных магистралях, таких как проспекты Социалистический, Ленина и Комсомольский, так и на улицах Гоголя, Юрина, Смирнова, Попанницы, Привокзальной и других транспортных артериях столицы. Дорожники обещают выполнить все работы до 30 сентября. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Наши новости.